Здравствуйте, это наша игра Клондайк. Сегодня пока ждем обновления, можно и по гостям. Заходите в гости. Торг 188. Ну, честное слово, стало даже интересно. Идемте. Ой, зашла и подумала, что мы здесь были. Не-не-не, ошиблась. Были где-то наподобие, там, где тоже чередовались. У нас торги с чем-то еще. А тут они с кожей. А там были с амбарами. Ну, торгов такие, я не знаю, сколько. Ну, по-моему, более чем достаточно. Какой же лимит? Ну, нормальный. Учитывая, что уже обед, и он уже сколько-то там торговал и что-то наторговал. Знаете, советовать такому игроку на 188 уровне мы точно ничего не будем. Я думаю, все, что интересное в игре он для себя нашел, то и сделал уже. Удивить его уже ничем не удивишь. Ну, единственное, можно поудивляться самому и посмотреть, чё почём, и чё и как. Лавка. Да. Ну, наверное, берут, наверное, продают. Не, ну, 188 уровень, он уже должен понимать, что к чему, что и как. 100 рогов, 123 черники. 3100 коллекций. Лимит у нас. Ой-ой-ой, какой сейчас много. А зачем же ему так много кондоминиумов, если у него так мало производства? Вот это единственное, что я не поняла. Ну, надо, значит, надо. Вот такой вот тут интересненький сосед у меня есть на 188 уровне ВК. А у вас есть? И на этом все. До новых встреч.